Привет-привет! Мы на канале Кудряшка Лиза! И сегодня мы с Лизонькой будем играть с волшебным горшочком от Fisher Price. Значит, вот такой у нас прекрасный чудо-горшочек появился. Так, Лиза сразу смотрит, а что же там внутри в нем? А в нем у нас различные фигурки. О, он уже песенку поет. Когда начинаешь с горшочка доставать что-то, либо класть, то он начинает петь свои песенки. А можно просто, смотри, Лизонька, нажать на носик. И он будет тоже петь песенку. Доставай формочку. В горшочке у нас 5 формочек. Квадрат, сердечко, круг, треугольник и звездочка. Когда ребенок подрастет, можно играться с ним как в сортер. То есть в каждое отверстие вставлять нужную формочку. Вот мы, например, возьмем сердечко. Лизонька, держи сердечко. И давай его сюда вставлять. Давай. Вот так. О, молодец. А теперь квадрат. Где у нас квадрат? Вот. Давай. Вот так. Просовывай его. Так, еще. Давай еще. Вот так, давай. Вставляй. Вот. Дальше берем звездочку. Такая звездочка. Теперь звездочку. А, Лиза наполовину просовывает и назад достает. Как интересно. И треугольник. На. Кинем звездочку. А теперь треугольник. Треугольник. Вот так. Давай назад его. Вот и назад. А теперь круг остался. Так, давай треугольник уже все забыли. Круг, на. О, ну, проще всего кинуть сверху и закрыть крышечкой. У нашего горшочка есть лишь 2 режима песен. Вот если перевести вот наш тумблер, переключатель, то будет другая песенка играть. Песенка про печенье. Еще можно с ребенком изучать цифры, потому что на каждой фигурке есть свой номер. 1, 2, 3, 4, 5. То есть можно таким образом научиться считать до 5 с помощью игры. И вот так ребенок долго может играться, выбирать оттуда формочки, складывать назад. Нашей Лизоньке нравится это дело. О, как крышка захлопнулась. Доставай оттуда фигурку. Кто там? Что там есть? Сердечко. На. Так, Лизонька хочет вставить его. Давай. Вот сюда. На, бери. Вставляй сюда сердечко. Вот так. Надо закрыть. О, как я сильно закрыла. Откроем крышечку. Круг. Квадрат. Сердце. Треугольник. Звездочка и треугольник. Такие очень яркие, красивые формочки. Да, Лизонька? Так, можно и вообще кидаться ими. Как угодно играть горшочком, как нравится. Очень приятная музыкальная игрушка. Лиза, возьми свой горшочек. Да. Всем пока, спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал.